Федоскинская фабрика – это вообще уникальное явление, всемирно известный бренд. Это вообще единственный в мире художественный центр, где пишут классическую живопись на папье-маше с применением перламутров, сусального золота и металлических различных грунтов. Федоскинские мастера пишут масляной краской. Масляные краски имеют прозрачные пигменты и плотные пигменты. У нас это называется письмо по плотному и письмо по сквозному. Сочетание двух вот этих вот видов живописи, оно является характерной особенностью, отличительной чертой, потому что если мы клеим лист сусального золота или перламутровую пластину используем, мы наносим прозрачные краски. Это прозрачные краски, которые помогают или перламутру, или сусальному золоту еще более помочь раскрыть вот эту декоративность, яркость изображения. А плотное письмо используется, как правило, ну, допустим, в портретной живописи, да, мы пишем в технике плотного письма. И вот это сочетание плотного и сквозного письма – отличительная черта именно мастеров федоскинского промысла. Мастера пишут и пейзажную живопись, и архитектурный пейзаж, и сказочные сюжеты. Промысел наш работает, и сохранение традиций, уникального классического письма, использование материалов являются отличительной чертой в народном искусстве в нашем.